Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. Перед нами состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Смотрим, как будут играть гости. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. Перед нами состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Смотрим, как будут играть гости. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. Перед нами состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Смотрим, как будут играть гости. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Кенич и Георгий Черданцев. Перед нами состав хозяев. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Смотрим, как будут играть гости. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. И наш матч начинается. Бурак Йылмаз. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Отличный момент есть. Отличный сейв вратаря.